Как действует карма? Татьяна, давайте мы с вами немножко подфокусируемся, а что вы называете кармой? Потому что кармой все, кому чего не лень, называют. Это примерно как спрашивать, а что такое же шизофрения? Да, это столько много, в этом целый класс явлений под это подпадает, то же самое под карму. Да, под кармой кому чего не лень. Закон причин и следствий, колесо сансары, кармические узлы и блоки. Ну, вот вы хотите, чтобы я вам на что из этих, какое из этих явлений осветил? А что такое колесо сансары? Ну, хорошо. Колесо сансары подразумевается, по крайней мере, нам активно пытаются эту мысль навязать, что это некий кармический механизм, который заставляет нас здесь вращаться, проходить вот эти вот бесконечные перерождения. Рождение, жизнь, смерть. Рождение, жизнь, смерть. И ты, как белка в колесе, постоянно вращаешься. И вот это обозвали колесом сансары. Нужно понимать, что это искусственная конструкция, созданная некими силами для того, чтобы нас вот в этой истории продержать подольше. Это такая центрифуга, которая позволяет... Вот, когда я отвечал про душу, я это так немножко условно назвал неким накопителем, да, накопителем опыта и так далее, то вот колесо сансары является тем, что из этих флешек эту информацию вытрясает, выбивает, и в интересах как раз тех сил, которые это колесо и создали. То есть история примерно вот так вот выглядит. И на самом деле, если бы его не было, мы бы наш опыт здесь получали куда быстрее, куда эффективнее, и эта флешка наполнялась бы куда быстрее. Ну, вы понимаете, да? То есть, если ее постоянно кто-то опустошает, то снова и снова, снова мы пошли, накопили, бах, вышли, из нас вытрясли, снова. То есть, да, есть умельцы, которые ухитряются даже в таких условиях, как бы, проскакивать и выходить из вот этого колеса перерождений. Но это требует намного больше усилий, чем как требовалось бы, если бы не было этой истории. Да? Поэтому мы бы уже давно были космическим человечеством, жили в энергетических телах менее плотных, летали бы в космос, общались со всей Вселенной и так далее. Ну, своего рода такая форма рабства, можно сказать.